Сегодня у нас утро, 5 декабря 2023 год. Вот у нас тут кошечки отдыхают, Паля отдыхает. Пушистик наша. Занимаются тут своими делами, как обычно. По милости Божией прожили эту сегодняшнюю ночь. Тут я занимаюсь порядком. Кое-что разбираю, завалы наши. Вернее, мои завалы. Тут вот картина. Господу нашему Иисусу Христу приводит блудницу. Евангельское событие надо читать, чтобы узнать, что и как. Здесь вот у нас надписи. Идет видеозапись для интернета. Не повредите кошку, закрывайте двери очень осторожно. То есть осторожно, это значит оглядываться надо, когда выходишь, чтобы не придавить кошку в дверях. Вот Игнатьевна занимается, натирает морковочку. О, знаешь, да? Свеклу. Вот смотри, что делано. Это сырая у нас была? Да. Сырая свекла, вот она какая. Сырая морковка. Это свое. Ну, а тут яблочки Володя купил. Я себе натираю. Поделили. А у него зубы есть, он так съест. Тебе поточить, может быть? Нет, съем. Нет. Дальше рыба, карась по-теряевски, бесплатная. Вот она, это уже очищены, головы нету, чешуи нету. А это Володя купил, там мойва, наверное. Да. Мойва, хорошая рыба. Дальше, мука есть, вот она. Смотри, что она здесь есть. Лепешка. Лепешки какие, очень хорошие. Вот хлеб, видишь, какие? В ряды выстроены, стоят. Ага, ждут своей очереди. А теперь кошкам еще давать. Я рыбу вот эту вот беру, самый гребешок снимаю у нее, сушу, и вот у них сушеная рыба. Только баночку в руку взял, и все. Плесневеть начало. Ну, может, высыпать опять можно будет. Не совсем просушил, потому что занимаю там лажи с валенками-то. Ну и суп. Смотри, что у тебя здесь есть. А то вот они, яблоки купленные. Вот в этой лежат. Ну, самый дешевый. Да, то что это? Лимон. Вот видишь сколько. Это только. Это вот капуста своя, своего огорода. Вот она, он ее. Чем ты так делаешь, такой мелкий? На блендере. Во. А мне разрешается даже среду, пятницу. Я делаю так, две ложки сюда выливаю. Вот так вот. Масло растительное. Ну и вот так. А это. Помидоры. Помидоры хоть и свои, но очень хорошие. Покажу сейчас я в их. Ну-ка. А то угостила одна сестра, Лена Политыкина. Ага. Сама делает. Она тут щедрая. Я только что подарил ей книги. Она довольна. Ну, сказал следить за другими. Проповедь в стихах. Это 8800 стоит у нас. 4 тома. Тут у нас что еще есть? Чуть забыл. Холодец. Чешуя рыбья. И вот она какая. Красивая. Сейчас я не знаю, куда положить. Вот, вот она. Вот горячий суп будет. Я вот это вот режу ее. Она очень полезна для коленок. Ну вот так. Что у тебя там еще варится-то? Все. Ну. А, что здесь сварил? Ну, тут гречка просто с картошкой. Как будто бы я все показал, да? Да, все. По милости Божией, да. Как я вот, нравится, говорит, как щету чищу. Вот это я яблоки до конца. Она уже начинает сразу яблоко коричневым делать. На мелкой терке, самая мелкая. Зубов-то нету. Ну и вот так обходишься. Сейчас я это покажу, как я ощущаю ее. Вот как бы был этот огурец. Огурцом очень чистится, он прочищает. Уже не надо даже воды никакой. А вот это нужно будет. Во! Вот это я очищаю оттуда.
У нас тут сколько? Запасная, вот новенькая. Вот это вот самая терка на этой. Еще большая есть запасная. Ну, это только на эту вот тереть. Видишь? Ну, мне нравится вот эта махонькая, но она такая... Во! А теперь маленько полить, чтобы она потекла. А теперь вот так. И когда тащу, вот так вот, а потом вот так. Она получается там дорожки, а дорожки сразу стягивают. Время меньше всего тратится. И... Ну, считаю, что почти что готовое. Так не видать, а вот так на свет видно, что еще остается. Это яблочное. Самое трудно вымывается, это свекла. Все. Садимся за стол. У нас сегодня что? Вторник. Наверное, пятое. Да, я уже. 5 декабря. Да. Ну и все. На этом благодарим Бога. Мы уже помолились. Давай сейчас Владимир делит точно пополам, тогда берешь уже и не боишься, что лишнюю съешь. Ну все, ушел. О. Отошел, называется. О, Паля проснулась. Пушистик наша. А, Паля. Пушистик наша, Паля. Ну, спит ты, спит. Ну, работа. Слава Христу.